Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я к вам вышла в таком виде, потому что работаю. Мы сегодня копаем слив, но выкопали-то трактором, все там он поставил, все как надо, а закапывать яму надо. И вот, короче, мы с ним вдвоем закапываем с мужем. Ну, тут приходил парнишка какой-то, ему помогал еще маленечко. Немножко. Сейчас покажу вам. Там он уже закопал все. Вот до такой степени мы уже закопали. Вот еще сколько земли осталось. Ее надо будет еще дальше закапывать, в эту яму закидывать. Ой. Вот, яма была глубокая, в 3 раза глубже, чем сейчас. Вот, короче, такие дела у нас. Слышите, как птички поют? Классно, да? Прям расчирикались. Ну, что вам показать? В огороде что-нибудь? Капусту посадила. Вот. Грядки маленько поокучивала, прополола. Вот здесь, видите, какая морковка растет. И вот вся в траве стоит. Даже не знаю, что это за трава такая мелкая-мелкая. Там и морковку-то не видать еще. Вот здесь у меня лук через ряд с морковкой. Вот лук-то прорыхлила маленько. А морковку там не видно еще. Где-то там кое-где местами вроде сходит. Вот, а здесь посадила не знаю какую травку. Вот это вот какая-то травка. Она такая... Это как горчица или что-то такое. Не помню, как она называется. У меня не написано уже было на бумажечке. Вот там помидорочки такие маленькие мне растут. Вот. Ну, здесь, в принципе, уже все вы видели. Все уже я вам показывала. Тут петунька вот распустилась у меня.